В Владивостоке продолжается строительство новых спортивных стадионов и площадок около школ, а также теневых навесов на территории детских садов. Темпы строительства и соблюдения технологий проверил первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко. Съездили, посмотрели, не везде меня устраивает количество работников, которые подрядчики завели на работу, ну, в частности, в 38-м детском саду. Вообще ни одного человека не обнаружили. Сейчас будем писать претензию подрядчику с тем, чтобы он ускорялся и привлекал работников для того, чтобы мы к июню месяцу смогли детей обеспечить новыми теневыми навесами, когда уже будет солнце. В школе номер 35 уже демонтировали старые конструкции стадиона и ведут земляные работы на участке. Здесь разместят новое футбольное поле и спортивные тренажеры. В школе номер 74 помимо демонтажа уже произведена отсыпка гравия. В детском саду номер 78 в середине мая должны появиться новые теневые навесы. Пока рабочим удается соблюдать график. В детских садах номер 15 и 39 работы тоже ведутся без замечаний. Напомним, что в этом году теневые навесы будут отремонтированы либо построены с нуля в 47 детсадах города. А ремонт существующих стадионов и спортплощадок, а также строительство новых планируется более чем в 30 школах. Анна Дьякова, новости на восьмом.